Козлова Анастасия, 15 лет, город Челябинск, 76-я школа, 9-й Б-класс. На конкурс Бородино глазами юного поколения. Стихотворение «Батюшка Богдашкову», «Москва после пожара». Мой друг, я видел много зла и небо мстителя кары, врагов неистовых дела, войну и гибельные пожары. Я видел сонных богачей, бегущих в рубищах издранных, и видел бледных матерей из милой родины изгнанных. Я на распутье видел их, как перстни мчат, прижав грудных, они в отчаянии рыдали и с новым трепетом взирали на небо рдяное кругом. Трикрат и с ужасом потом бродил в Москве опустошенный среди развалин и могил. Трикрат и прах ее священный слезами скорби омочил. И там, где зданья величавы и башни древние царей, свидетели прошедшей славы и новой славы наших дней. И там, где с миром почивали останки иноков святых, и мимо веки протекали, святыни не касаясь их. И там, где роскоши рукою дней мира и трудов плоды, среди златоглавую Москвою воздвигли храмы и сады, лишь угли, прах и каменные горы, лишь груды тел кругом реки. И нищих бредные полки везде мои встречали взоры. А ты, мой друг, товарищ мой, велишь мне петь любовь и радость, беспечно счастье и покой, и вечную за чашей младость. Среди военных непогод, при страшном зареве столицы, на голос мирные оцевницы звать пастушек в хоровод. Мне петь коварные забавы армид и ветреных цинцей среди могил моих друзей, утраченных на поле славы. Нет, нет, талант погибни мой, и лира дружбы драгоценна, когда ты будешь мной забвенна, Москва, отчизный край золотой.